Приветствую всех жаждущих истины. Напомню всем велотекущим шизофреникам, что принципиально никого не баню. С онами переписки и общения не веду. Могу только уровень деградации подчеркнуть. А вот мошенники и аферисты, хотя и топят типа за правду и открытость, но забанили меня почти на всех каналах. Видно, у них свое некоторое атрофированное понимание чести и правды. Хотя какая совесть ради бабла. Да, и что реальнее, просто боятся меня, как огня. Да, если вас стерли, то пеняйте только на фильтры Ютуба. Хотя я сам матом никогда не ругаюсь, но даже меня в некоторых острых оборотах робот затирает. И если строчите подряд несколько комментов, то наверняка ваши откровения Ютуб просто не запостил из-за лимита. И еще некоторые спрашивают, почему я так редко стал публиковать ролики. Я уже неоднократно говорил, что у меня желание прекратить вообще заниматься Ютубом. Как-то жалко времени в пустыне общаться. Да еще ориентируюсь по числу посещений. Если выпустил ролик и пока он не наберет более 2000 просмотров, то я не заморачиваюсь по следующему. Раз вам не интересно, то чего мне напрягаться? Ладно, теперь о текущем. Начну, как обычно, издалека, а точнее из далекого до перестроечного прошлого. Темные гробовые времена, когда генсеков в СССР хранили как после некого мора, когда покупатели в магазинах вылавливали днем чекисты и требовали объяснений, что он делает в магазине в рабочее время. Вы же рабы, должны днем работать. Видать, у некоторых тараканы в голове считали, что из-за этого мы до сих пор коммунизм не построили. Так вот, хочу показать вам некий девайс, которому более 30-35 лет, так сказать, шедевр технического прогресса от передовой немецкой фирмы Hirschmann по разработке спутникового оборудования, но сделано в Японии. Сейчас такой белой сборки не найдешь, одни подделки из Китая. И стоило это устройство в те времена сотни баксов, да-да. Вот это стоило сотни, когда рубль был еще по 0,63. Гляньте сам конвертер. СВЧ технологии. Все в золоте. Вот антенка около 8 мм. Волновод. Все изолировано, все закрыто. Вот тут куча крепежа. Представляете, более 40 элементов крепежа на эту конструкцию. Вот обратная часть. Тут и питание, тут вот и гетеродин, тоже весь в золоте. Как видите, прямоугольный волновод и антенка. А вот это электромеханический поляризатор. Вот у него выходной волновод, который стыкуется сюда. А здесь круговая система, круговой прием. Что значит поляризатор? И что он делает? Значит, вкратце объясняю. Радиоволны могут распространяться как горизонтально, так и вертикально. И, соответственно, должен быть осуществлен прием или вертикальный, или горизонтальный. Вот, когда мы передаем, например, горизонтально, то у нас вот эта система должна быть, соответственно, горизонтальная. Если мы передаем вертикально, значит вертикальная. Но так как волновод только как бы горизонтальный, то ставится вот такой электромеханический поляризатор, который принимает в любом виде волны. Хоть вертикальные, хоть горизонтальные, хоть круговые, о чем позже расскажу. И дальше уже при помощи электромеханики и своей системы он смещает саму поляризацию и выводит ее именно так. То есть, если она вертикальная, он ее ставит горизонтально. Если она горизонтально, пропускает горизонтально. Если она закручена, значит он ее выпрямляет и уже подает на эту одну антенну. Вот эта приемная часть, то, что со спутниковой тарелки
Вот со спутника идет сигнал, собирается в тарелке, фокусируется прямо вот сюда. Причем настолько точно, что на некоторых экземплярах, особо хороших антеннах, больших, вот летом, когда солнце светит прямо в тарелку, то вот здесь вот возникает прожженная полоса 2-3 мм толщиной. Представляете, насколько точно все это должно быть настроено, чтобы именно луч, радиолуч попадал именно вот сюда и дальше шел. Вот еще один шедевр. Это чисто я так хочу показать для профессионалов, которые разбираются в этом. Видите, какая конструкция особая. Совершенно не похожа на вот эти. Тоже немецкая фирма, тоже очень знаменитая, серьезная. Вот, вот это приемная часть. И это совмещено все вместе. Вот здесь идет приемная часть, поляризатор и конвертер. Здесь же это все вместе. Вот тут вертикаль и горизонталь мы видим. Два гетеродина. Так как это у нас твин. То есть этот твин, он предназначен для того, чтобы или на два тюнера, или вот ставим такой мультисвич. И уже на коллективное пользование, хоть там на 4, 8, 16 и так далее абонентов. Ну, правда, оно уже посеребрено здесь. Вот еще дальше. Система питания, подстройка гетеродина. Это все принималось тогда чисто зарубежные программы. Первые программы русскоязычные стали приниматься вот на такие конвертера. Но если эти были диапазоны от 10,7 до 12,750 ГГц, то это был диапазон 3,4-4,2 ГГц. Вот тоже такая система. Тоже гетеродин. И как видим, уже там стоят приемные вертикальные и горизонтальные антенки. Только продолжу 20 мм, там 8, здесь 20. Так как частота совсем другая, в 3 раза ниже. И стоит специальная пластина из диэлектрика для того, чтобы была круговая поляризация. То есть мало того, что вертикаль и горизонталь, оно его еще и закручивает. Или влево, или вправо. Это было предназначено в основном для совковых спутников, так как эти спутники были не особо высокого качества, поэтому вот такой вот нюанс применялся. А в нормальных спутниках там вертикали, горизонтали все. Вот у нас конвертер. Еще более современный. Это уже на диапазон от 10,7 12,750 ГГц. Это тоже твин. Ну, здесь запас для квадра. Тоже вот два гетеродина. Верхняя и нижняя частота. Да, вот тут вот тоже видим две антенки. Круговой волновод. И вот здесь приемный раструб. Вот это у нас уже квадро. Смотрим с другой стороны. Вот тут два и тут два. Всего 4 выхода получается. Ну, они почти смеживаются. Это где-то 20-25 летней давности технологии. А вот это технологии последних 10 лет. Ну, правда, здесь конвертер только для приема для одного тюнера. Но вот вся технология. Уже все на микросхемах. Вот только два СВЧ транзистора. Третий гетеродин, смеситель и антенки. Видите, какие. И опять смотрим то же самое. Вертикаль, горизонталь. Еще коротко объясню, для чего нужна вертикальная и горизонтальная поляризация. Ну, тут еще два диапазона, само собой, но это уже так. Для расширения возможностей. Факт то, что для чего нужны эти вертикали и горизонтальные. Как я сказал, что распространяются радиоволны горизонтально и вертикально. Если
горизонтально включить два передатчика и послать сигнал рядом по частотам, они будут друг другу мешать. Но если мы одну горизонтальную, а другую вертикальную волну посылаем, то они уже значительно меньше друг другу мешают. И на приемном устройстве вертикальная поляризация, она на горизонтали уже не будет так чувствоваться. То есть будет минимальная чувствительность приема. Поэтому, когда делают вот в таком виде, они просто расширяют диапазон. Как это можно понять? Ну, например, от 11 до 12 ГГц сетка частот. Ну, так грубо, по 40 МГц сетка идет. В итоге на 1 ГГц может поместиться где-то 25 транспондеров, так называемых, как это считается. А транспондер — это вот диапазон ствола от где-то около 40 МГц. И в этом транспондере может разместиться где-то от 5 до 15 телевизионных видео или радиоканалов. То есть в MPEG-4 качестве или HD, Full HD. Ну, радиоканалов там вообще немерено, хоть 50 может быть. В итоге получаем, что в среднем, если взять 10, то 250 каналов видео мы можем разместить на диапазоне частот 1 ГГц. Если мы еще применим сюда, кроме горизонтальной, вертикальную поляризацию, смещаем на 20 МГц, к примеру, и получаем еще одну сетку частот, то есть еще 250. В итоге получаем 500 каналов только вот в этом диапазоне. Плюс, если от 10,7 до 12,750, считайте, сколько можно получить каналов примерно. Вероятно, многие уже стали задумываться, при чем тут тема плоской Земли к оборудованию по спутниковым системам. Конечно, самое прямое. Я просто прямо на живом оборудовании расскажу вкратце, как все устроено, как оно работает. Да к тому же объясню, насколько серьезно и плотно я имею ко всему этому дело. И почему смогу вам четко прояснить, насколько реально наша Земля круглая, а не плоская. Так что наберитесь терпения, хотя эту нудистику можете и пропустить. Так вот, в самые застойные времена, когда я уже вовсю работал в специальном конструкторском бюро, в особо специализированной бригаде на электронном заводе, поставляющем оборонки бортовые компьютеры для подводных лодок, крылатых ракет, систем раннего обнаружения, другой самой передовой военной тематики. И в то же время, когда только-только зародилось спутниковое телевидение, и на Западе уже стали повсеместно устанавливать параболические антенны с оборудованием для приема телевизионных каналов. Мы, конечно, прослышали об этом. И хотя на тот момент у нас с Западом был железный занавес, да чекисты буйствовали не по-детски, тем не менее у нас руки зачесались как-то попытаться добраться до спутников. Представьте, было время, когда печатающие машинки, органы требовали регистрировать, а если у кого был радиоприемник с западными частотами, как-никак город пограничный, то также надо было оповестить об этом чекистов. Про спутниковый прием вообще тогда никто не знал, какие могут быть последствия от попытки установки тарелки. Одно скажу, что в самом начале перестройки, когда границы приоткрыли и требования несколько смягчились, то первые у нас, кто смогли установить спутниковое оборудование, имели дело с КГБ, где с ними проводили нецеприятные беседы, вплоть до снятия. А так как мы задумались еще об этом до перестройки, то сразу создали некое подполье из конструкторов, когда в обеденные перерывы или после работы собирались и обсуждали варианты своих разработок изготовления подобных конвертера и тюнера. У нас изначально не было никаких схем, чертежей, кроме основных параметров. Единственное, я смог в то смутное время на свой адрес выписать несколько польских, немецких и чехословацких журналов по электронике. Дело в том, что простым смертным у нас не было возможности ничего такого выписывать. Но так как моя бригада инженеров была на особом положении, то я с разрешения генерального директора и главного инженера написал ходатайство в Комитет госбезопасности, чтобы они в порядке исключения разрешили мне выписать эти журналы для производственной необходимости. Вот, к примеру, подобные журналы, правда, они уже не того года, 94-й, 95-й, но вот такие подобные журналы я выписывал еще до 85-го года. Просто при переездах они где-то затерялись.
Это сейчас я вспоминаю все со смехом, а тогда было совсем не до шуток. В этих журналах мы находили хоть какую-либо информацию по приему спутникового сигнала. Правда, там были только блок-схемы и описание работы этих блоков, но нам было достаточно. За пару лет мы разработали и свой конвертер, и тюнер, но была проблема, которая все тормозила. Не было СВЧ-транзисторов нашего производства на диапазон более 10 ГГц. Для промежуточной частоты до 2,5 ГГц еще что-то можно было найти, но требовалось разработать гетер 1 на 9750 и 10600 ГГц. Для этого подходил только диод Ганна, но применялся он исключительно в военке и стоил, если не забыл, около 600-700 рублей, тех, которые были еще по 0,63. А главный его недостаток – он сильно фанил, то есть если сделать на нем конвертер для приема спутникового сигнала, то он будет выдавать в окружающую среду большой спектр частот, которые запросто могут поймать чекисты. А то, что у них было такое оборудование, пеленгаторы, мы, конечно, хорошо знали. Опять же, где брать тарелки? Самим такое зеркало не склепаешь, но по ним был найден выход. Наши ребята из СКБ ездили в командировки под Питер, тогда еще Ленинград, на некий военный завод, в котором штамповали параболы для локационных станций. И хоть эти тарелки были диаметром по 2-3 метра, что для нас нереально, в кармане не вывезешь военного завода, но оказалось, что на этих же штампах для парабол штамповали санки для гражданки. Видели, возможно, такие в виде блюдца с веревочными ручками по краям, диаметром около полуметра, чтобы с горки скользить. А на любом оборонном заводе было предписание, чтобы из отходов основного производства для гражданки делали хоть какую-либо продукцию. Вот они и клепали на этих штампах санки для детей. Но ведь кто без подсказки мог знать, что эти санки идеальная парабола? Помню, как только узнали, что кто-то из наших туда едет, то скидывались деньгами, заказывали, чтобы хотя бы на одну ходку штук 5 привез. У меня их было аж 3 штуки. И хотя мы что-то за пару лет разработали, спаяли, нафрезеровали на японских ЧПУ-станках различные волноводы, но пришла перестройка, и я буквально уже в 86-м году поехал в служебную командировку в Варшаву. Нет завода. Было пару ребяток, мы зарегистрировали кооператив по компьютерным технологиям, выписали загранкомандировку, сделали служебные паспорта и вперед покорять Запад. Там мы быстро обнаружили огромный радиорынок, на котором можно было купить все. Лишь бы деньги были. Завели множество знакомств по линии электроники и стали ввозить оттуда кучу компьютерного и спутникового оборудования. Вот так вот проработал до 90-го года на двух работах. Когда окончательно конверсия разрушила все военное производство на заводе, то уже окончательно уволился оттуда сам. Ну что, снова немного нудистики. Хочу вам показать и рассказать, насколько серьезно все-таки я занимался спутниковой тематикой и на каком уровне. Вот это все, то, что было еще, кроме всего прочего, что я ставил сами тарелки. В принципе, тарелку поставить не так-то и сложно, если она не с поворотной системой, как сейчас. А раньше это было все гораздо сложнее. Но когда появились кодировки первые, появился D2 Mac, если кто помнит еще аналоговый. Это был отдельно тюнер, отдельно декодер, карточка доступа. Все это стоило очень дорого. А потом, когда все это цифровалось, стало цифровое, появились уже и цифровые кодировки. Кодировок было много, вот как V-Access, например, на NTV, Decrypt на Tricolore, VideoGuard, Beast, RTEDA, Conax, Betacrypt и так далее. В общем, куча кодировок. И все они успешно вскрывались в свое время. И при помощи вот таких вот карточек можно было получить доступ к кодированным каналам. Сперва были вот такие карточки на 16F84. Их я массами просто штамповал, делал, прошивал, совершенствовал и так далее. Были потом и такие вот на 85-15 от Мелах, если кто помнит, и со светодиодами. Это все делалось для того, чтобы смотреть всякие разные каналы кодированные. Но особый бум начался тогда, когда появилась цифра плюс. Все вот те, которые, опять же говорю, в теме,
Должны помнить, была такая цифра плюс, которую привозили из Польши. Это была платформа такая кодированная. Вот у меня тут куча карточек всяких. Вот и Визия, вот и цифра. Такая цифра, вот и НТВшные. В общем, чего у меня только не было. Все это было ящиками и мешками. И вот, когда появилась цифра плюс, а это были пионеры 13.30, 14.30, 15, 16.30 и так далее, Kenwood DTF1, DTF2, Pace 3000, ну, вот такой блок, специальный чисто для цифры плюс кодировки. И ситуация возникла такая, что в Польше эти терминалы, как их называли, давали бесплатно, но полякам. А были такие лазейки, где их можно было просто умыкнуть и взять за бесценок. И, конечно, оно повально пошло к нам. Я тут их каждую неделю привозил десятками. И ко мне приезжали и люди из России, из Украины, откуда только не приезжали. Я оптовым был поставщиком этих всех тюнеров в свое время. То есть один из первых, кто был оптовиком по этому поводу. Ну, конечно, они просто так не могли работать, что взял, включил. И это не те тюнера, которые сегодня, что там все есть, эмуляторы и все остальное. Этого раньше ничего не было. Это мы все сами делали. Вот у нас были программаторы специальные, вот такие G-таги, где прямо вскрывали тюнер, вставляли туда разъем, паяли, все это, сливали дампы оттуда, делали прошивочки специальные туда, чтобы этот тюнер совершенно работал по-другому, чтобы понимал все эти вот пиратские карточки. И это все было настолько массово. И хоть это не было моей основной деятельностью, так как я занимался и компьютерами, и у меня была своя фирма по другим делам, по электронным, но тем не менее, вот это очень много давало возможности позаниматься этим. Вот видите, тут программатор Йо, такой тоже достаточно знаменитый. Вот эти все, вот это вот, сколько я их тоже людям пораздавал, попродавал, пораскидывал. Это все остатки, вот это все, это программаторы, как вы видите, это все остатки с прошлой жизни. Это сейчас они уже не нужны, уже где-то больше 10 лет, но вот 10-20 лет назад и даже больше, это было настолько актуально, настолько массово и нужно. И вот в этом именно я принимал непосредственное участие. Вот эти все вот, вот это готовые были, это вот заготовки, платы. Это все я делал, это я все поставлял, это мы все программировали, совершенствовали. Вот, пожалуйста, на 16-4 пиках, вот аналогах вот таких вот карточек. Уже потом пошли голды, платины, вот корова знаменитая, если кто помнит. Фан-карты. Это все у меня было в массовом количестве. Визия тоже, это оригинальные карточки. Вот опять от Мэлы 85-15, только в таком планаре. 828, 876 пики, все это было. Вот у меня тут, как я говорю, пачками все было. Я занимался этим, конечно, так как мне это все нравилось. Это довольно было перспективно. И, конечно, я думаю, что многие из тех, которые занимались спутниковым телевидением и имели доступ вот к таким вещам, вероятнее всего, должны знать мои, потому что я очень массово это все поставлял. Вот если даже мне интересно просто, вот у кого вот такие карточки сохранились где-то когда-то, и вот на них такие ярко-зеленые стикеры и карандашом написанные, вот, вероятнее всего, процентов 90, что эта весточка была от меня. Вероятнее всего. Вот такие карточки тоже. Вот. Там дата обычно я писал. То есть я их прошивал, делал, меняли программное обеспечение. И вот такая история, почему я вот считаю, что, в общем-то, был и на передовых позициях. И, в общем-то, внес свой вклад определенный в развитие вот спутникового телевидения в этом смысле, вот в этом. Вот
Вот это были карт-сплиттеры. Мой близкий знакомый по еще заводу, конструктор первой категории, он тоже уволился в свое время с завода, когда тот стал падать. Занялся частным бизнесом. И вот он очень плотно тоже занимался вот этим. Мы с ним очень общались. И, вероятнее всего, вы должны помнить, был такой хакер из Гомеля Динамит. Он как раз этим все занимался. Вот все его прошивки Динамита на все эти вот цифры плюсы тюнера, это все было его. И вот по карточкам он делал эмуляторы, вот совершенствовал все эти карточки. Я прямого контакта с ним не имел, потому что 20 лет назад тогда еще не было особо развит интернет. Но, тем не менее, через вот этого моего знакомого, а он непосредственно был связан с ним и постоянно стыковался, я вот все это дело помогал анализировать, усовершенствовать, давал какие-то рекомендации, идеи и все остальное. И вот это все воплощалось в жизнь. Вот это вот карт-сплиттер, где вставляется оригинальная карточка, к примеру. Это вот он выпускал то же самое. Вероятнее всего, у кого-то, кто раньше этим занимался, и это было актуально, вероятнее всего, вот это все должно быть. Вот они, вот конструкции. Это вот он именно разрабатывал. Я ему помогал это все делать. И тоже и реализовывать, совершенствовать, улучшать. И вот он был связан с Динамитом непосредственно. А как вы помните, опять же, те, кто в теме, что тогда вот эти цифры плюс, когда они, первые прошивки появились, вот эти вот, где можно было смотреть кодировки различные, вот они заключались в чем? Что в основное мат-обеспечение, то есть эмулятор, был на самой карточке, вот на чипах, зашивался на таких или на таких. Ну, вот это как была мультикарта, здесь более обширно можно было. А эти там по минимуму одна-две кодировки помещались на пиках. И вот был отдельный эмулятор здесь, с ключами, со всеми делами. То есть надо было эту карточку каждый раз вытаскивать в компьютер, вот через все эти программаторы, и потом вставлять в тюнер. А тюнер перешивался уже так, чтобы он понимал эти карточки, чисто вот только для понимания, чтобы мог открывать эти каналы. И все. Но это длилось довольно долго, мне это не нравилось, например. И вот я начал через своего знакомого Динамиту советовать, чтобы он взял да залил эту карточку, вот этот пик, вот это программное обеспечение прямо в тюнер, этот эмулятор, что он был в самом тюнере. И он сперва упирался, говорил, вот там же ж места нету, там совсем. Я ему указал, показал, говорю, вот же есть же модули, вот же есть еще места пустые, вот ненужные модули, которые, ну, не нужны этому тюнеру, потому что он чисто специфический для цифры плюс, а нам надо другое. Вот, показал пустые блоки, но он и сам это все видел, просто мялся, не хотел. Вот. А через некоторое время, вот после моего нажима, моего, так сказать, давления, через пару месяцев, наконец, произошел взрыв, когда вот эти тюнера получили полноценное программное обеспечение, где уже карточка фактически была не нужна, она просто использовалась как ключ. Вот тогда уже эти карточки уже стали уходить постепенно, так как в самом тюнере все было, абсолютный эмулятор. И вот это дало толчок мировым всем производителям тюнеров, которые вот раньше закупали тюнера, но так как их невозможно было кодированные каналы открывать, то они особо только для открытых каналов продавались и не очень имели такой успех в продажах. А уже после того, как они начали туда вживлять эмуляторы на кодировке, и когда можно было потом прямо через пульт или просто перешивкой забить туда и ключи, и новые кодировки, чтобы эти тюнера показывали кодированные каналы, то, конечно, произошел взрыв на рынке конкретный, когда просто масса тюнеров начали выпускать, глобальная пошла волна этого всего. И я вот считаю, что, в общем-то, где-то, но я тут не был основой. Основой был, конечно, программист, хакер, вот этот Динамит, который дал огромный потенциал для производителей. Но, тем не менее, вот этот толчок, он дал возможность вот так вот реализации такой мощной. Кто его знает, как бы пошло дальше, в какую сторону бы его понесло. Но, тем не менее, вот дал нужное направление. И вот в этом смысле все, как я вам и показываю, рассказываю, что я был
одним из первых, кто этим занялся, и основой вот этого всего этой волны. Я вам показал входную часть СВЧ электроники для приема спутникового телевидения и свою некоторую причастность к подобной технологии. Но кроме электроники, куда, конечно, еще входили и тюнера, о которых тоже можно было многое чего рассказать, но не буду вас мучить. Очень важна была настройка спутниковых тарелок на сами спутники, которые находятся от поверхности Земли на 36 тысяч километров и висят на геостационарной орбите. Почему они там висят и не падают, это вы тоже можете узнать из интернет-источников. Не буду на это тратить время. А вот как тарелки нацеливались на источник вещания, тут обязательно разберемся. Когда в начале 80-х до перестройки на орбите было всего два спутника. Астра на 19 градусов востока и Хадберт на 13 градусов, а количество каналов ограничивалось всего 20-30, чисто иностранных, то ставились тарелка с одним конвертером или с двумя, и при помощи спецкреплений фиксировалась в нужном направлении. Разница между позициями спутника была всего 6 градусов, поэтому они очень хорошо уживались на одной тарелке. В некоторых тюнерах даже для этого предусматривались два входа. Или просто кабеля передергивали. Но когда навешали спутников более десятка по всему экватору, так как именно в этой плоскости спутники могли фиксироваться относительно поверхности планеты, то требовались некие кардинальные меры, чтобы все это богатство охватить. Поэтому были разработаны электромеханические системы, так называемая полярная подвеска, чтобы автоматически вращать тарелку по определенной траектории и ловить все доступные спутники. Тарелка крепилась вот к такой или подобной подвеске. Сама подвеска нанизывалась на стеновое крепление вот в этот стакан. Чтобы было понятнее, причем тут определение полярка, стоит вспомнить, что испокон веков все путешественники ориентировались на полярную звезду, так как в каком положении ни находился наш земной шарик, и как бы звезды ни бегали по небу, а полярная звезда будет всегда осью вращения этого движения. Поэтому именно эта ось вращения подвески должна быть строго направлена на полярную звезду, где бы мы ни находились. Весь этот механизм и куча болтов и гаек и осей предназначены для точной ориентации траектории вращения спутниковой тарелки на все видимые телевизионные спутники, находящиеся на геостационарной орбите. Вот такой программируемый автоматический позиционер, в этом случае Датком 500, с возможностью управления как от пульта, так и от самого тюнера, предназначен для установки тарелки на нужный спутник. Кстати, куплен был в 96 году. Вот он давал команду на подобный актуатор, состоящий из электродвигателя, понижающего редуктора, датчика и выдвижной штанги. Вот такой же самый, только помощнее для больших тарелок. Это хозяйство крепилось на саму полярную подвеску. Вот сюда и на саму тарелку с штангой. И ориентировало тарелку в нужном направлении по траектории висящих над нами телеспутников. И вот в зависимости от того, в какой точке Земли мы находились, соответственно, менялись и эти механические настройки. Например, я нахожусь 52 градуса северной широты и 23 градуса восточной долготы. Если полярную ось направили точно, то тарелка строго перпендикулярно будет смотреть на 23 градуса востока.
Ближайший спутник в этом направлении – Астра-1D на 23,5 градуса востока. И если настраивать другие спутники на востоке или на западе, то тарелка, отклоняясь влево или вправо, будет ложиться на бок. С моего места на всем известный спутник Евтелсат, 36 градусов востока, с которого вещается пакет НТВ и Триколор, надо будет повернуть влево на 13 градусов. А вот в Москве этот же спутник будет перпендикулярно. Такие подвески в те далекие времена настраивали от восточного Ямала на 90 градусов до 30 градусов запада. Ну что, те, кто умеют думать и внимательно меня слушали, поняли, к чему я все веду? Нет? Ладно, идем дальше.